Высокие технологии. Хай-тек. Посмотрите, никаких рук, никаких. Это не фокус, не ловкость оптического обмана. Этот автомобиль двигается в транспортном потоке. Его отличие от всех остальных машин – отсутствие водителя. Тот человек, что сидит на его месте, он для того, чтобы полицейские и прочие дорожные службы не думали, что им мерещится, и что у них начались галлюцинации. Что может этот автомобиль? Ориентироваться с помощью навигатора. Он может определить в каждую секунду свое местоположение. Разумеется, что на борту установлен мощный компьютер. И этот компьютер получает информацию от многочисленных датчиков. Данные обрабатываются. На их основе принимаются необходимые решения. Многие из используемых устройств уже устанавливаются на автомобиле и не в качестве опции, а как стандарт. То, что помогает соблюдать рядность, или то, что помогает парковаться задним ходом, парктроник, не говоря уже о навигаторах. Другое дело, что на том автомобиле, что испытывается на улицах Берлина, они помощнее, во-первых, и связаны в единый нервный узел, во-вторых. Наше понимание дальнейшего развития индустрии автомобилестроения выглядит так. Очень многие функции, которые сегодня у шофера, будут в будущем выполняться в автоматическом режиме. И это облегчит жизнь тем, кто сегодня делит автомобиль с другими членами семьи. Другое дело, что это опытный образец и что цена его, мягко говоря, несколько зашкаливает. Сегодня на ценнике нарисованы 400 тысяч евро. Конструкторы и инженеры предполагают, что в ближайшие 5 лет им удастся понизить ценовой порог более чем на порядок.